Доброе утро, дорогие друзья. Я нахожусь в таком месте силы, которое сам для себя определил. Очень красивое место. Потом, после медитации, покажу окружение. Сегодня будет медитация на сакральную чакру Сватхистана. И вчера я сказал чакру Сахасрара. Или Сахасрана, а правильно Сахасрара. Так что вот не совершайте моих ошибок. И погнали медитировать. Я буду стоять на гвоздях. Вы можете стоять стоя, сидеть, лежать. Здравствуйте. С вами Юлиана Соколовская. И сегодня мы поговорим про вторую чакру нашего тонкого тела и сделаем на нее медитацию. Сперва несколько слов, для чего нам важно поддерживать эту чакру в балансе. Вторая чакра, которая на санскрите называется Сватхистана, не зря носит название еще и сакральной. Слово Сватхистана состоит из двух корней. Сва – собственный, Атхистана – жилье. Иногда ее еще переводят вместилище энергии, обитель – я. Во второй чакре концентрируется жизненная сила, и здесь же зарождается и развивается максимальный эгоизм. Сватхистана чакра находится в области крестца, где расположено важное пояснично-крестцовое нервное сплетение. Из моих программ вы знаете, что чакры расположены в соответствии с важнейшими центрами нашей нейроэндокринной системы. По латыни крестец будет сакрум, что переводится как «священная кость». Отсюда и берет свое название эта чакра. С точки зрения физиологии, Сватхистана отвечает в первую очередь за гармоничную работу органов малого таза, нашей половой системы, а также влияет на работу кишечника, почек и надпочечников. Особенно полезна эта медитация будет тем, у кого есть гормональные дисбалансы и другие заболевания органов малого таза, тем, у кого есть неуверенность и дефицит энергии. Сватхистана сильно влияет как на наше психоэмоциональное состояние, так и на телесное здоровье. Существуют как традиционные йогические медитации для сватхистаны с опорой на биджу-мантру этой чакры, это мантра «Вам», и на ее янтру, визуальный символ, а также есть направляемые медитации. И в этом выпуске мы с вами сделаем направляемую медитацию. Практика этой медитации в течение месяца поможет вам избавиться от зависимости к мнению окружающих, неуверенности, ревности, зависти, апатии и депрессии. Поможет оздоровить половые органы, восстановить гормональный баланс, увеличить фертильность и сексуальность. Сбалансированная сакральная чакра дает осознание своей внутренней силы, ощущение радости, понимание своей привлекательности для противоположного пола. Она связана с творчеством, вдохновением и построением гармоничных отношений в паре. Для полного эффекта этой медитации нам также важно знать, что Сватхистана связана со стихией воды. Давайте сделаем медитацию прямо сейчас. Примите, пожалуйста, удобное положение. Закройте глаза и расслабьтесь. Пройдитесь вниманием от макушки до кончиков пальцев ног и почувствуйте, как расслабление наполняет каждую область, каждую клеточку вашего тела. Приятная волна тепла мягко укутывает. Вы расслаблены и совершенно спокойны. Направьте свое внимание на дыхание. С каждым выдохом вы все больше и больше расслабляетесь. Полное расслабление от макушки до кончиков пальцев ног. Лоб, глаза, точка межбровья, все лицо целиком, шея, плечи.
живот, обе руки, обе ноги. Полное расслабление. А теперь представьте, что вы стоите на берегу океана. Легкий бриз мягко ласкает ваши волосы. Шум волн убаюкивает. Солнце теплым лучом касается кожи вашего лица, и вы чувствуете запах океана. Волны мягко накатываются на песок, вдали едва слышен шум чаек. Все здесь несет исцеляющую и наполняющую энергию. Полный покой и расслабление. Сейчас шагните навстречу океану и почувствуйте, как теплые волны касаются ваших ног, обещая удовольствие и расслабление. Постепенно, шаг за шагом, входите в воду. Не спешите. Вдыхайте морской воздух и чувствуйте, как вода охватывает ваши ноги все выше, шаг за шагом. Вы чувствуете свежесть воды, волны мягко снимают усталость с ваших ног. Вода ласкает колени, бедра, а вы продолжаете медленно входить в океан. И вот вода уже обнимает вас за бедра и талию. Сейчас представьте, что этот живительный, чистейший поток воды очищает вас изнутри, область бедер и живота, все органы малого таза, каждую клеточку вашего тела в этой области. Вода уносит с собой напряжение, стресс, все негативные эмоции, страхи, тревоги, неуверенность. Она уносит с собой болезни и проблемы. Вода наполняет вас новой, свежей энергией, уверенностью, силой и здоровьем. Доверьтесь этому очищающему потоку, позвольте океану освободить вас от всех дисбалансов, как на уровне эмоций, так и на уровне тела. Каждая волна несет вам энергию, расслабление и внутренний покой. Мысли замедляются, а тело наполняется расслаблением и энергией. Позвольте энергии океана мягко очистить вас и наполнить жизненной силой, гармонией и мудростью. Вы парите, летаете, а ваше тело буквально растворяется в пространстве, сливается с океаном. Солнце уже склоняется к закату, и вы наслаждаетесь красотой этого момента. Наблюдайте, как солнце медленно погружается в океан, и две стихии, огонь и вода, соединяются в полной гармонии. Наслаждайтесь этим закатом, наслаждайтесь теплом океана. Почувствуйте, как каждая клеточка вашего тела наполняется теплом, радостью, силой, энергией, гармонией и благодарностью. Почувствуйте единство со всем сущим, единство с энергией солнца, с энергией океана. Наслаждайтесь этим моментом.
теперь медленно, не спеша, возвращайте своим вниманием внутрь тела. Мягко пошевелите пальцами рук, пальцами ног, улыбнитесь, откройте глаза, мягко потянитесь. Наша медитация для сакральной чакры окончена. Также гармонизации свадхистаны помогают. Асаны, направленные на работу с областью таза и тазобедренных суставов. Шаткармы, такие как шанг пракшалана, они помогают очистить нижние чакры и поднять энергию выше. Наблюдение и самоанализ. С вами была Юлиана Соколовская. Будьте счастливы и здоровы! Медитация завершена. Сейчас покажу место силы. На самом деле местом силы может быть абсолютно любое место. В данном случае это один из краев парка. Такой заливчик озерный. Тут даже уже скамеечки вот люди сделали из пеньков, из всяких. Вход прекрасный, пляж. Песочек, водоросли. Но очень красивое небо здесь. И оно такое уединенное, что даже плохо ловит интернет, поэтому когда сюда приходишь, остаешься без связи. Гвозди, ребят, использую от sadhuprofi.ru. Можно зайти к ним на сайт. Вот так вот он пишется. При выборе любых гвоздей пишите промокод Баженов, это моя фамилия, и у вас будет скидка, по-моему, что-то порядка 10% и бесплатная доставка. Поэтому обращайтесь. Я советую брать для начинающих гвозди, которые называются Footprints. Они выглядят в виде следа человека. Они имеют расстояние 8 миллиметров. Гвозди, пули, качественное оформление, качественная сборка. Поэтому много раз, когда я ставил людей на гвозди, я проверял, как работают эти гвозди. Зачастую люди берут либо некачественные гвозди, либо некачественные доски. То есть все, каждая мелочь на самом деле зависит и влияет потом на последующие ощущения и отношение к гвоздям человека. Вот так вот, чтобы не формировалось какой-либо страх, какой-либо дискомфорт, нужно начинать с правильных гвоздей. Поэтому, если хотите, можете мне написать еще отдельно, лично проконсультировать, могу так подольше пообщаться. Вот таким образом гвозди можно там взять. Медитации у меня, в принципе, все в общем доступе, поэтому можете брать, смотреть, какие я проходил. Каждую практику я проходил
именно стоя на гвоздях. И, соответственно, могу подсказать, для какой ситуации, для какого случая, какую медитацию взять. Ну, а так можете, в принципе, сами поковыряться, посмотреть. Ну, я с вами сейчас заканчиваю. Приглашаю вас в час побед. Челлендж 66 дней. Прокачка своих навыков, знакомство с внутренним собой, поиск, обнаружение, формулировка личных ценностей, истинных ценностей, не навязанных сообществом, не навязанных государством или окружением, а именно своих личных поисков, своих личных истинных желаний, ценностей. Приходите, запускайте час побед в Телеграме, поиск, либо заклинатель в том же самом Телеграме. Это бот, который поможет запустить вам челлендж. Его можно пройти абсолютно бесплатно при выполнении добросовестном всех заданий, практик. Вот, поэтому добро пожаловать, приходите и увидимся с вами завтра на следующей медитации. Пока. Пару секунд моей природы еще оставлю в тишине. Небо, кстати, проясняется. Ох, там сейчас красота будет.